Судебный процесс по импичменту президенту Дональду Трампу начнется до 8 февраля, заявил лидер большинства в Сенате Чак Шумер после того, как Палата представителей официально представит обвинение в импичменте в понедельник, 25 января. Шумер подчеркнул необходимость быстро продвигаться к утверждению кабинета Джо Байдена и других ключевых должностных лиц администрации. Торопятся демократы, знают, время тикает. Шумер сказал, что менеджеры по импичменту Палаты представителей, выступающие в качестве обвинителей в сенатском процессе и команды защиты Трампа, успеют подготовиться к процессу. Ну что там готовиться, когда и сама статья была состряпана за несколько часов. Сроки судебного разбирательства были компромиссом после того, как лидер сената-республиканца Митч МакКоннелл попросил возглавляемую демократами Палату представителей отложить отправку обвинений до следующего четверга и призвал Шумера судебное разбирательство отложить до середины февраля, чтобы дать Трампу больше времени для подготовки защиты. Now, Mr. President. We have made good progress in our efforts to determine the timing and structure of the impeachment trial of Donald J. Trump. Теперь, господин президент, мы добились значительного прогресса в наших усилиях по определению сроков и структуры процесса импичмента Дональда Трампа. Для информации всех сенаторов, руководителей Палаты представителей придут прочитать статью об импичменте в 7 вечера в понедельник, 25 января. Затем члены будут приведены к присяге на следующий день во вторник, 26-го. После этого у менеджеров Дома и защиты будет время, чтобы составить свои юридические записки, так же, как они это делали в ходе предыдущих слушаний. В течение этого периода Сенат должен заниматься другими делами, такими как выдвижение кандидатур в кабинет министров и принятие законопроекта о помощи от COVID. Восстание 6 января в Капитолии, спровоцированное Дональдом Трампом, было днем, который никто из нас никогда не забудет. Мы все хотим, чтобы эта ужасная глава была в нашей истории позади. Но исцеление и единство придут только в том случае, если мы установим истину, и ответственность обеспечит это искупление. Cited by Donald J. Trump.